И в продолжении темы ремонтов. На ВСМПО вот уже несколько лет реализуется программа по замене устаревших бетонных заборов на современные 3D-ограждения. Очередные 400 метров заменены в районе Восточной проходной. Чтобы поменять автомобильные ворота на Восточной проходной, пришлось на несколько часов направить поток машин через проходную «Восток». Зато каков результат? Аккуратные и легкие, но при этом прочные ворота. По инвест-программе «Цеха-15» в СМПО в нынешнем году замене подлежало и 400 метров заводского забора от Восточной в сторону выезда из города. Старые бетонные плиты подрядчики из «Уралстроймонтаж» заменили на прозрачную и удобную с точки зрения безопасности 3D-сетку. Это прежде всего связано с обеспечением безопасности. Камеры просматривают как ситуацию как внутри завода, так и снаружи. Через такое ограждение видно, кто подходит к заводу, какой транспорт подъезжает к заводу. Данное ограждение отвечает современным техническим требованиям безопасности, является прочным и надежным. Напомним, работа по замене старого ограждения на ВСМПО стартовала в 2019 году и реализуется небольшими шагами параллельно на обеих производственных площадках. Начинали с периметра у проходной площадки «Б» и вдоль производственных корпусов. Прозрачным забор стал и вдоль корпуса плавильно-литейного цеха с тыльной стороны площадки «А». В общей сложности заменено уже более 3 километров ограждения территории ВСМПО. В 2022 году планируется продолжить работы. Конкретные участки будут определены комиссией.